меня самый первый заказ-то есть, а потом так приготовьте. Ну, у нас времени совсем немножко, минут 15, потому что руководство здесь этого зала тоже надо заканчивать. Поэтому... Сейчас. Порядке очереди. Вот. Мне почему-то это записки никто никогда не оставляет. Вернее, раньше было, а потом, наверное, может, я не выполнял их, поэтому люди как-то махнули рукой. Вот, и все. Я заглянул в ее глаза, в ее глазах была гроза, весенний ливень, колокольчик полевой. И ветер мне шепнул листвой, на свете нет другой такой. Ты береги ее и сердцем, и рукой. Ты береги ее и сердцем, и рукой. Она смеялась надо мной своей улыбкой озорной, не говорила мне в ответ ни да, ни нет. А ветер вновь шептал ей вслед, другой такой на свете нет, ты не отыщешь даже через тысячу лет. Ты не отыщешь даже через тысячу лет. А мне ни впрок, ни вдомек, и не хранил, и не берег, и оказалось так нетрудно потерять. И ветер тихо прошептал, ну что ж ты так не удержал. Я промолчал, а что сказать, ну что сказать. Я промолчал, а что сказать, ну что сказать. Я хочу ее опять найти и больше не терять. От любви, как от себя, не убежишь. В году любом, в краю любом, так много песен про любовь. Все потому, что про любовь вся наша жизнь. В году любом, в краю любом, так много песен про любовь. Да потому что про любовь вся наша жизнь. Спасибо. Пошел. Давайте так. Ну, давайте так. Осенний дождик душу бередил, по мелким лужам часто семеня. Я помню день, когда я уходил, и как тогда колбасило меня. И в ворох мыслей нервно теребя, чтоб обмануть тоску свою и грусть, я обманул вначале сам себя, поверив в то, что, может быть, вернусь. Давайте так, я все как на духу. Конечно, вам не стану открывать и даже тот, который наверху позволит мне о чем-то промолчать. Осеннее небо останется синим, и наша профессия самой красивой. Пусть всем нам так вот. Пусть всем нам однажды судьба. Да, пусть всем нам однажды судьба приземлится, но небо вернется, но небо приснится. Давайте так, я стану утверждать, и вряд ли вы поспорите со мной, нам в этой жизни повезло летать и провести полжизни над землей. Нам повезло, нам повидать небесный и
заморской красоты те мгновенья счастья испытать. Не раз, когда сбываются мечты, а то, что все когда-нибудь пройдет, я, как и все, конечно, понимал, но что внезапно так произойдет, все это даже не подозревал. Осеннее небо останется синим, и наша профессия самой красивой, пусть всем нам однажды судьба приземлится, но небо вернется, но небо приснится, и буду летать я и слева, и справа, с учетом ошибок и взятых поправок, и с темой небесной вовек не расстанусь, и бывшим пилотом, конечно, не стану. Давайте так. Спасибо. Я тут пока это самое. Спасибо. Я как дело сразу вспомнил этот анекдот про провалы в памяти. Доктор говорит, у меня это провалы в памяти. Давно это у вас? Чего давно? Ну провалы. Какие провалы? Ну это у меня все-таки да, что-то тоже такое. Так. Одна насекомая муха любила по небу летать, ей в голову не приходило рабочее время считать, ей в голову не приходило полетное время считать. Инструкции она не читала и летных законов не чла, летала себе как попало, свободной птицей была. Летала себе как попало и вольной птицей была. Не шли на нее расшифровки, никто на нее не гундел, и главный начальник Марковкин претензий к ней не имел. И главный начальник Марковкин претензий к ней не имел. Не ждали ее на разборах, учебах и тех, и других, и главное, на тренажерах никто ей не парил мозги. И главное, над... короче, не жизнь, а малина, короче, летай не хочу. И лишь об одном сожалела, что слайка-то не было там, и шансов она не имела вообще никаких. Списаться никак по ушам. Спасибо. Вот я еще хочу одну песню спеть. Она такая судьбоносная песня. Вот, называется она «Поехали в Крым». Вот. Я когда написал, то есть из-за этой песни, значит, одни знакомые, то есть мы познакомились, когда я эту песню спел. И они уехали в Крым через 2 года, правда, насовсем. То есть они сначала туда съездили, они так же, как и мы, еще там ни разу не были. Съездили, поехали, посмотрели, им понравилось, и они туда уехали жить. Вот. А потом мне недавно товарищ написал, что вот благодаря этой песне вот, он свою девушку уговорил приехать к нему, вот, и сделал ей предложение, и она вышла за него замуж. Вот. Так что здесь такая, ну я думаю, ну... Может, еще кому-нибудь что-нибудь поможет? Ну что мы сидим, будто делать с тобою нам нечего? Ну что мы глядим так уныло с утра и до вечера? Ну что мы грустим, будто нам с тобой сахару не дали? Поехали в Крым, мы с тобою ни разу там не были. Поехали в Крым, ведь время летит, и никто нам не скажет, а сколько осталось нам.
До стылого ветра, до серого неба, до снега, до старости. Но я не хочу и не буду делиться с тобой усталостью. Поехали в Крым, там синее небо и черное море, такое же синее. Ворчание прибоя и горы всегда обалденно красивые. И там исчезают куда-то тоска и хандра и бессилие. Поехали в Крым на белый песок или серую гальку, неважно, без разницы. Пусть море нас лечит, ласкает, играет, смеется и дразнится. И пусть навсегда в нашей памяти это блаженство останется. Поехали в Крым, я буду там петь под гитару и бубен, сонать про звезду мою. И я расскажу тебе сказку, которую там же придумаю. И чтоб ты смеялась, я скорчу гримасу смешную, угрюмую. Поехали в Крым, пускай это блажь или бред и каприз, или так, заблуждение. Мы будем с тобой смаковать каждый час, каждый миг наслаждения. И это мое наваждение не подлежит обсуждению. Поехали в Крым. Я вообще ее пел в этом, на распевке, на настройке, в смысле. Ладно. Нас сегодня потрепала, помотала, поболтала, так что рвала-вырывала, что в руках не удержать. А мы изрядно попотели, покрутили, повертели, но доехали и сели, слава Богу, что сказать. А когда вокруг сверкает, самолет во тьме швыряет, каждый сразу понимает, как он сильно хочет жить. Пассажиров мы жалели, как могли и как умели, то мы сами жить хотели, если честно говорить. Полет окончен, заторможены шасси и самолет. Устало крылья опускает, а на перроне теплый дождик моросит и у стоянки нас автобус поджидает. Мы проходим между кресел, все в порядке, без эксцессов. И на лицах побелевших вновь улыбки запестрят. Очень рады пассажиры, что остались нынче живы, и нас за то, что не убили, от души благодарят. Наш рейс окончен, командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи. А на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж, наш рейс окончен. Командир экипаж желает вам всего хорошего, до встречи. А на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж, не создавайте у дверей ажиотаж. Я уже думал, что наш рейс окончен. Не, она так тоже хорошо подходит для финала. А курсантская, значит, надо чем-то будет ее еще закрывать. Да? Из выступления на разводе начальника острова отдела Царствия Небесного майора Дардукина. Имеют место самовольные отлучки. И распорядок продолжают нарушать. Предупреждаю еще раз, на всякий случай. За это будем беспощадно отчислять. Вы все не против, так сказать, поразлагаться и легкомысленных девиц осеменять. Предупреждаю, кто нам будет попадаться, тому мы будем беспощадно отчислять. Есть для курсанта непочатый край работы. С лопатой нужно от учебы отдыхать. А если чем-то недоволен будет кто-то, того мы будем бежать.
беспощадно отчислять. Курсант вообще не человек, пора привыкнуть. И так же нечего права свои качать. А если кто-нибудь захочет против пикнуть, того мы будем беспощадно отчислять. Курить нельзя и пить нельзя, нельзя жениться. И только носом разрешается дышать. А если кто-нибудь захочет возмутиться, того мы будем беспощадно отчислять. Ну как, все выяснили? Вот кажется, и все. А, да, чуть не забыл. Я слышал, умно среди вас тут слишком кто-то. Пора командиров любит песни сочинять. Предупреждаю, может он не стать пилотом. Поймаем, будем беспощадно отчислять. Спасибо. Сейчас. Дело в том, что вот... Нет, это я все помню. Дело в том, что вот эта песня, одна из некоторых песен, которую я, когда написал, то не вытягивал, то есть с большим усилием, а сейчас уже просто, и это будет, ну, некрасиво звучать, поэтому уж меня извините. Вот надо, вот как в фильме там, «Собака на сене», да, вот когда он себе вытаскивал этого, второй голос, когда он высокие ноты брал. Вот. Надо подумать над этим, но пока, к сожалению, я не могу. Так, ну, вот какой-то хорошей песни надо закрыть, да? А тогда все уснут, и это, и нет. Останутся здесь. Нет, вот мне старшина сейчас с командой. Здесь мой старшина сидит. Вот. Вов, говори, что ты? Колыбельная, да? Но все-таки сонная. Колыбельная другая песня. Она сонная. А вы подпевать будете, да? Конечно. Свет в окошках погас, всех как ветром сдуло. Спит, боись, спит и ас, а ты бы уснула. На приколе стоят наши самолеты, и пилоты все спят, и автопилоты, и пилоты все спят, и автопилоты. Спит ТЗ, спит АПА, спит с водой машина. Тихо спит до утра бочка с керосином. Лишь луна над землей этой ночи в небле. На посту часовой тоже мирно дремлет. На посту часовой тоже мирно дремлет. Спят заглушки, чехлы, ведра и стремянки, молоток, две пилы и с отстоем банки. Ночь, луна, тишина, лист не шелохнется, только нам не до сна. Учим руководство, только нам не до сна. Учим руководство. Только нам не до сна, учим.
руководства, только нам не до сна. Учим руководство. Спасибо большое. Буду очень рад видеть вас снова 14-15 апреля. Ну, а там ВКонтакте и на Фейсбуке будут там, ну, более подробные там какие-то цены. И, пожалуйста, будьте добры, если кому-то это не трудно, информируйте своих друзей, потому что, ну, мне вот в рассылке, вот, которую я людям по WhatsApp делал, мне иногда кажется, что меня в конце концов пошлют, потому что мне кажется, что, ну, я вторгаюсь в личное пространство, один раз напомнил, ничего, но я это делаю там гораздо чаще, поэтому, если можете, помогайте мне, пожалуйста.